Короче, здорово, с вами Никат. Ё-моё, ребят, вы что такое? Спасибо за поздравление всем тем, кто меня поздравил, успел поздравить. Я думаю, все меня поздравляют, даже те, кто не успели поздравить, тоже поздравляют, я уверен, просто вы же мои подписчики, как бы самое лучшее, что у меня есть. И, в общем, я, знаете, вот я вот щедрый, конечно, я, конечно, не такой вот прям популярный ютубер, чтобы разыгрывать аккаунты с легендарками, там, с вот этим вот, но я разыграю аккаунт в Brawl Stars. Да, там нету легендарок, но и там 1000 кубков, но он везучий, мне там Фрэнк выпал, как бы, на 100 кубков где-то, так что, может быть, испытайте свою удачу. И еще, что я вам хочу сказать, вы вообще вот просто вот молодцы, красавцы и вот всякое такое. О, кстати, помимо того, что у меня 600 подписчиков, я еще выбил колец. То есть, да, вот мы с котелком апались, и у меня выпало, собственно, колец. Сегодня самый радостный день, у меня еще одно кое-какое событие произошло в Роблоксе, но пока что не об этом. Забираем нашу красивенькую колец. Готово. Да, колец. 3 из 3. Это, да, я почему-то это не заскринил. Ну ладно, я открываю ящик, и там ничего не выпадает. Ай-яй-яй. И шо. Я пипец как рад. Спасибо, благодарочка большая. Я не знаю, я прям рад тому, что у меня уже 600. Такими темпами уже и до 1000 недалеко. А там дальше и уже больше. Короче, давайте сейчас каточку за колет под музычку, и думаю, на этом все. Так что условия конкурса, кстати, главные. В начале видео вы уже их видели, да. Так что смотрите каточку за колет. Ля, а тут у меня запись летела, и что-то запись не идет. Походу, все.